Рухен, давай тоже улиц. Мы пешком. Производство Следственной службы Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу Ленинградской области. Находится уголовное дело по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В рамках работы по данному уголовному делу 12 февраля 2015 года задержан житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в причастности к созданию в социальной сети ВКонтакте группы «Русский правый сектор», к распространению статей, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также к публичной поддержке действий украинской экстремистской организации «Правый сектор», деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена решением Верховного Суда России. В настоящее время по делу проводятся дополнительные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании задержанного меры пресечения.